Также пришло время подвести итоги и свериться с планом. Во Дворце независимости сегодня было одно из самых традиционных совещаний по актуальным вопросам развития экономики. Нынешнюю встречу президент начал с того, что страна подходит к четвертому кварталу. А это период, когда дорабатывают бюджет на будущий год и подводят итоги года текущего. Время ответственное, ведь от точности этих расчетов зависит достаток семей и исполнение обязательств, которые на себя берет государство. К тому же этот год и следующий из-за предстоящих избирательных кампаний, как не раз отмечал Александр Лукашенко, являются экзаменом для всей вертикали власти. Никто не скрывает то, что Россия – это основной наш рынок реализации нашей продукции. Главнейшая, основная задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Понятно, что и зависимость от поставок, прежде всего, углеводородного сырья из России очень велика нашей страны. Мы с учетом основных рынков реализации поставок сырья в Беларусь всегда это учитываем. Поэтому вопрос сотрудничества с Россией и окончательных предложений по дальнейшему сотрудничеству в рамках переговорного процесса и выработки программы действий остается актуальным. То есть надо спланировать, четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться и определиться. Президент подчеркнул, что выполнение намеченных планов в экономике – это главная задача правительства. Именно поэтому встречи в таком формате во Дворце независимости проходят регулярно.